Главная новость к этому часу. Президент США признал, что советник Белого дома солгал ФБР. Я Светлана Обратнова. Здравствуйте. Дональд Трамп прокомментировал обвинение в адрес своего бывшего советника по национальной безопасности. Ранее Майкл Флинн признался в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований США. Я сочувствую генералу Флинну. Я очень расстроен. У него была выдающаяся жизнь, и я действительно ему сочувствую. Хиллари Клинтон неоднократно лгала ФБР. И с ней ничего не происходило. Когда соврал Флинн, они разрушили его жизнь. Мне очень жаль. Обвинение Флинну предъявил специальный прокурор Роберт Мюллер. Он расследует возможный сговор штаба Трампа с Кремлем. Флинн скрыл от ФБР, что в прошлом году обсуждал американские санкции на встрече с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Генерал проработал в Белом доме меньше месяца и ушел в отставку как раз из-за скандала вокруг встречи с российским послом. В Кремле обвинение сегодня назвали абсурдом. Флинн не мог ни о чем просить Сергея Ивановича. И тем более эти просьбы никак не могли доводиться до президента России. Это полный абсурд.